Перед вами новая книга «Загадки, пословицы и скороговорки на языках коренных народов Якутии». Она издана при поддержке Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия, а также детского издательства «Каскиль» имени Николая Егоровича Мординова «Аммат-Чигая». Автор-составитель Наталья Васильевна Ситникова. В книгу включены пословицы, скороговорки, загадки и ребусы на языках коренных народов Республики Саха-Якутия в иллюстрациях детей. Новая книга – это результат совместной работы, основанной на солидарности мексиканских коллег, которые поддерживают языковое разнообразие людей по всему миру через глобальную организацию LinguaPex. Книга нового поколения дает нам возможность услышать и увидеть в анимированной форме языки народов Республики Саха-Якутия. Изучайте и наслаждайтесь фольклором коренных народов. Духовность и благополучие коренных народов во всем мире приносит надежду и счастье. Ведь лучше для нас всех – это быть вместе и стать единым целым.